Всем привет! С вами Нильфгорн, это игра Терротеч, и я начал заново. Заново начал, потому что моего монстра, похоже, не выдержала игра, и игра повисла, и при всем при этом она, ну, не решилась загружаться. То есть, когда я жал загрузку, у меня все вылетало, ну, просто не запускалось, в общем. В принципе, и так понятно. Ну куда ты поехал-то? Поэтому я решил начать заново и начать необычно немножечко. Я начну так, что мне придется, именно придется, ну как сказать, даже не тоже, нет, я не прав. Не так, я неправильно опять начал. Не придется, конечно. Я решил, что буду крафтить. То есть изначально я начну крафтить, подготавливать машины. То есть не ездить просто, как до этого я делал, а именно крафтить. Сделаю базу с щитами, то есть полноценную буду сделать к ним рабочих, буду подгонять ресурсы, заниматься крафтом. Вот такого жанра я решил сделать, ну, начало в этом мире. Потому что, во-первых, в том 100% заглючило все, потому что не выдавало мне больших врагов, не попадалось еще всяческого. То, что должно быть, желтых врагов очень мало было, вообще просто единицы, можно сказать. Поэтому рано или поздно я бы в любом случае начал заново. Ну, начнем это именно сейчас. Отлично. Отлично. Еще дополнительные нужные блоки, кстати, я вот сейчас выбил. Серии я увеличу количество серий, то есть тягач предназначен для перевозки ресурсов, поднимает 3 ресурса. То есть я серию увеличу до 30 минут, потому что смотреть ее хотят очень многие, эту игру, а на другие игры у меня не хватает времени при такой нагрузке. Так, вот здесь давайте переменим радарчик. Поэтому серия увеличится до 30 минут, то есть они теперь будут побольше. Так, пускай вот здесь вот так вот, и вот здесь вот бластер еще установил. Остановим и... Знаете, что еще, наверное? Может быть, сюда вот так вот поставить? Хотя нет, мне кажется, это уже лишнее немножечко. Давайте его поставим где-нибудь. Ну, вот здесь, к примеру. Хотя, в принципе, можно было бы... Ну, и тут вот где-нибудь поставить. Ладно, поехали дальше. Сейчас я уже отрегенился. Нет, тут, как всегда... Это закон, я уже привык к этому, это закон подлости, что как я только начинаю снимать, сразу я кому-то становлюсь нужен, сразу мне начинают звонить, писать и тому подобное. Это уж вообще даже, я уже не удивляюсь, это раньше удивлял. Так, и здесь у нас охранники, новый предмет, радар, да, отлично. Отдай мне все свои блоки! Ох, я как шикарнейшим образом сейчас просто это все... Нанес урона так много. Так, во-первых, вот здесь вот нужно поменять колеса. Вот эти вот. Потому что, ну, эти малыши вообще, конечно, ну, совсем не серьезные. Так, ну. Но... О боже мой. Это просто, ребятки. Я... Ладно. Просто еще вот так вот. Есть, появилась такая вот надпись, как вот сейчас вот что произошло. Видите, я блок выдернул не... Ну, выдернул блок, и все как бы сломалось. Но здесь вот появилась такая ундо. И вопрос. Это возврат назад, то есть постройки. То есть теперь вот это разрушение вам не грозит вот случайным образом, если вы... Ну, почему вот... Я не понимаю, почему она на этот бок... Вот на этот бок она не хочет цепляться. Раздражает. Вот такой момент, он просто вообще невообразимо... Есть! Я поставил блок, наконец-таки. Так,
дополнительные блоки, которые мне пригодятся в любом случае. Так, карта есть, там какой-то... Вот, появился сразу! Я даже ничего не делал, он уже появился, какой-то монстр, блин. Нафига он мне нужен здесь? Офигеть, блин. Куда мне этот блок-то сейчас воткнуть-то? Я даже и не знаю, честно говоря. Давайте его пока что сюда воткнем, потому что у меня есть уже идея для... Ну, как сказать, развития своего транспорта. Ну, в принципе, с другой стороны, мне просто сейчас нужно как можно больше блоков, как можно больше всяческих устройств. То есть лазеров, бластеров. Так, я даже боюсь, честно говоря, с ним связываться. Я единственный вариант... Только вот так вот. Получай! Получай, 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 получай. Получай, умри, 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 умри. Умри, умри, умри. Ну все. Отлично. Вот это мне нравится. Получил все блоки, которые хотел. Так, ну теперь просто грех не промодернизировать мой аппарат. Во-первых, я его хочу поднять. То есть я его сейчас приподниму на колесную базу. Вот так вот. Так. Ну, двойной, еще двойной блок. Один хотя бы. А, вот. Вот, есть. Все. Все нормально. То, что блоки поломанные, это не проблема. Мы как бы починим их. Нет, ребят, ну вот смотрите, ну что творится? Вот он никак не хочет... Никак не хочет цепляться вот на этот блок. Почему так? Меня это немножко расстраивает, потому что я не люблю, когда... Вроде бы элементарные вещи должны происходить, ну, должно это все элементарно очень делаться, но почему-то это не происходит просто. И вот я удивляюсь постоянно, я всегда удивляюсь этому, в чем проблема простой постройки аппарата. Ладно, главное просто набраться терпения, и все у нас встанет на место. Так. Здесь я поставлю вот такие вот обычные блоки. Так, и тем самым я... Ну, как минимум, у меня транспорт начнет более эффективно поворачивать. Это 100%. В идеале бы еще внутри колеса поставить, но тут надо бы тогда расширять транспорт. Пусть пока что так будет. Но... Тоже, с одной стороны, пусть пока так будет, а базу-то все равно расширять придется. В любом случае, вот хочешь не хочешь, расширять придется. Так что давайте починимся. Вот первое, что надо сделать, мне кажется, это починиться. То есть мы сейчас вот прям перед весь, он, видите, он прям весь у меня подбитый. Даже пушка верхняя подбита, жесть. Так, лазеры. Вот это вот сюда можно поставить. Вот этот пулеметик поставим пока что вот сюда. Так, вот этот вот бластер поставим тоже вот сюда. То есть пускай. И вот тут вот интересный момент. Смотрите, прям такой защита получится такая прям отличная. Еще бы один ковшик. Был бы вообще шикарно просто. Так, и вот здесь вот уже немножечко лишнее. То есть я уже лишка вижу бластеров у себя. То есть количество их не увеличивается, но сами понимаете, что их тоже много не нужно. Так, ладненько. Давайте здесь поставим. Здесь все блоки, конечно же, все блоки пригодятся. Это просто даже без разговоров понятно. Но поскорее бы найти устройство, которое для крафта, и уже начать крафтить, потому что... Так, вот здесь
колеса, наверное, вот эти вот уже надо убирать. Они мне уже будут сейчас мешать. В чем проблема? Почему сейчас я так буксовал, я бы сказал? Нет, знаете, что мы сделаем? Есть еще? Да, давайте сзади уберем вот эти колеса дурацкие. Они уже манюсенькие, и платформа проседает просто. Ну вот, теперь более-менее. И вот эти маленькие колеса тоже можно выкинуть. Так, отлично. Так, бластеры. Можно вот сюда вот поставить бластеры еще. Как вариант. Единственное, только у меня не хватает... Ну, как бы, не то, что не хватает. Я бы еще пару блоков. Вот я вижу еще один блок. А, нет, это просто кусочек железа. Так, врагов вокруг появляется ужасное количество просто. Так, ладно. Так. И вот так вот. Ну, в принципе, пушек мало не будет. В любом случае, надо установить все. Чем больше этого всего стоит, то тем получше я просто держусь, как бы, ну, выдерживаю урон. Это понятное дело. Так, ладно. Убираем защитные поля. Ну. Так, и записываемся. А, сохранения же теперь нету. Не знаю, по какой причине, но они вот по какой-то причине убрали сохранение. Но, возможно, это сохранение было, ну, в какой-то вот предыдущей, скорее всего, версии, а может быть вообще в демо-версии. Исключительно, потому что я даже сейчас затрудняюсь сказать, какая у меня была версия, потому что она была скачана, ну, она вообще была неофициальной и была скачана. Так, я бы, конечно... подкачался, то есть я бы врагов бы поубивал немножечко. То есть, но блоков тоже лишка не нужно, так что давайте мы сначала все-таки поищем базу какую-нибудь. Все-таки меня сейчас должны прогнать по всем вот таким вот базовым основным устройствам, то есть даже вот этот вот отсек для крафта, который без него не получится начать крафт даже, я так понял. То есть, поэтому в любом случае надо беречь вот этот блок. Там, я вижу, управляющие устройства сбоку были. Так, и у нас здесь еще одна база с защитником и с врагами. Ну вот, собственно говоря, уже... Так, блок забираем. Пушку забираем. Бластер забираем. И если вот этот сейчас на меня нападет, а он, я уверен, он нападет, то мне смертушка, конечно, будет большая. Урон от него просто здоровенный. Так, давайте-ка, знаете, мы что, сначала убьем защитника, потому что я не могу вот этой базой пользоваться. Так. Да черт возьми, просто вообще уничтожает меня и все, зараза, что творит, а? Вот скотина. Я же сказал, что... Я даже не знаю, как сейчас быть, потому что... Я даже промолчу немножечко. Отлично, просто, блин, ну... Офигеть, блин! Просто вот офигеть!
построил, блин, аппарат, который просто разломали, как чертовой матери. Да давай, разваливайся уже. О, господи. Это проблема, конечно. Большая проблема, то есть в данном случае. Ну вот, я включил щиты. Ладно, батарея обеспечит меня щитами вполне. Включили базу. Надо было сразу установить так. Эх. Ну ладно. Так, с чего бы начать-то? Соберем заново аппарат. Так. То есть сначала колесную все-таки, мне кажется, базу-то нужно поставить. Так. То есть первое колесо будет у нас. Вообще, конечно, можно еще поинтереснее сделать. То есть не так вот, а, к примеру, вот таким вот образом каким-нибудь. Так, вот это давайте тоже поставим здесь, потому что оно точно мне не пригодится. Так, это тоже заберем сюда. Ну, то есть все устройства, которые для базы, то мы здесь оставим это все. То есть вот куда-нибудь ее перенести бы вот сюда, где попрямее, так сказать. И все, и в принципе можно уже здесь обосновываться, начинать застройку. Ну давай, я под низ хочу. Так, отлично. Ну. Вот такое чувство, что некоторые блоки прям по каким-то причинам не хотят вставать в, ну, в нижнюю часть там. Или что-то в этом роде. То есть, я не знаю, честно, я не знаю, почему так. Я не знаю, вот, зачем так. Вот, смотрите. Каким-то непонятными, каким-то... структурами он, блин, то есть может быть только на передний блок реагирует, то есть самый ближайший блок, только тогда она реагирует как бы на него и тогда, ну, на ближайший и устанавливает, возможно, так. Так, ладненько, продолжим с какой-то ерунду. Я сейчас пытаюсь построить с закрытыми колесами внутри, вот так вот. Постройка транспорта здесь довольно-таки неудобная. Вот. Это единственный вот минус этой игры. В остальном игра очень интересная. Ну, то есть, даже не то, что постройка, а вот неудобное вот это вот перетаскивание блоков. По-моему, нормальненько, да? Как вам? То есть, такой вот получится транспорт закрытый. Единственное, что вот он разворачивается так тяжко. Так, в принципе, все. То есть остается только... Блин, жалко, у меня вот один только двойной блок остался. Подрался, называется. А, нет, вон я вижу еще один. Вот так вот. Рунг. Так, пушку оставляем. И вот еще один блок. Так, отлично. Я так понял, что мне один... одно защитное, как бы, одно защитное поле, что ли, ну, регенерирующее поле сломали, да или нет? Нет, все-таки два их, два. Все отлично тогда. Так, и знаете, что я сейчас хочу сделать? Я хочу сделать, ну, так. Так, батарею мы обратно возвращаем. Так, и вот здесь вот я вот так вот поставлю, но... сейчас. Не понял. На одной базе не может быть два... Не может быть два щита, что ли? Так получается? Не может, ну, регенерирующих щита. Странное, странное.
честно говоря, какие-то ограничения непонятные. Как говорится, чем дольше играешь, тем больше новых проблем узнаешь. Ладно. Это все, с одной стороны, ерунда, с другой стороны, конечно, проблема, не спорю. Но это так все. Все это временно. Там я вижу врага маленького, небольшого. Но так. Вот эту штуку мы поставим сюда. Так, бластеры мы поставим вот так вот. Я вижу, уже вон один едет, на меня покушаться хочет, это явно. Отстань от меня! Отстань от меня! Вот, вот честно, я от вас уже устал. Так. Опять у меня задница намного легче, чем передок получается. И тоже ничего в этом хорошего нет. Так, давайте вот сюда вот поставим радарчик, потому что он не помешает мне. Так, радарчик еще вот сюда давайте поставим. Ну все, в принципе, я уже все блоки потратил, которые у меня были. Так, даже не знаю, честно говоря, с чего начинать, продолжать, точнее даже. Очень много я потерял, очень многое, конечно. Это... печально. От чего у меня не лечится? Такое чувство, что поломалось что-то. Вот. Вроде бы до этого все нормально было, работало, а сейчас как-то опять. Почему не регенится у меня база? Ну вот. Блоки, почему не регенится-то? Странно. Отлично. А, жесть, ребятки. Вон оно чё. А знаете, в чем проблема была? В том, что база-то и не соединена была. Вот так вот. Вот эти вот противные блоки, которые постоянно пытаются сами... Как это правильно сказать? Нет, все равно мне не регенит почему-то. Не знаю, почему уж не регенит. То есть сами блоки как-то пытаются там встать вот эти на землю. Из-за них вечная проблема. Так, здесь я, честно говоря, и не увидел крафтовых блоков. То есть здесь база состоит исключительно из блоков питания, батареи, щитов и тому подобное. То есть, в принципе, сейчас можно собирать уже какой-то такой транспорт, который будет... устойчивым к броне... ну... атаку. Хотя давайте именно такое и соберем, потому что иначе я не вижу смысла. То есть так вот. Так, батареи мы куда-нибудь сейчас поставим, куда-нибудь временно вот сюда вот. Так, потом вот это устройство вот сюда. Так, это все мы перетаскиваем сюда. Это все мы перетаскиваем вот так вот. Нет. Вот так вот. Вот так вот. Ну и пускай будет вот так вот. Так, первый щит вот так вот мы ставим. Так. Здесь мы ставим вот такой вот щит. Здесь вот это собираем. Здесь вот. А знаете что? А я не вижу смысла вот эти две штуки забирать. Вот честно, я не вижу смысла в этом. Какой получается смысл, если... ну, у меня уже есть вот эти блоки, которые будут один блок перерабатывать, другой блок будет мне... другой блок мне будет
точнее, один перерабатывать, другой будет испарять, ну, то есть делать деньги. Вот так вот. И смысл мне от этих блоков, я что-то как-то и не вижу этого смысла никакого. Так, стоит ли буры ставить? Давайте поставим. Раз они просто есть, почему бы их и не поставить? Вот так. Из такого вот варианта я и вышел, но теперь нужно множество ресурсов. Ресурсов. Сразу, моментально начала производиться энергия. Это хорошо. И вообще, как бы, я надеюсь, что... Ну вот, единственное, что проблема, это то, что там лишние, видите, лишние блоки. Базу рушат! Базу фигачит мою! Ну, разворачивайся, давай, красотка, давай! Мою базу практически разрушил кто-то. Блин. Там вон какая-то вон зараза, смотрите. Так, все, это уже база такая, она уже, ну, полноценная, она уже большая, она уже... Эх, не успел я ухватить блок управления, жалко. Вот это вот жалко, честно. Я прям просто вот чуть-чуть не успел. Так. Вот эти вот блоки как раз-таки можно уже выкидывать. Они мне вот уже и не нужны. Только вот бы их поймать. Так. Ну что ж, база есть. Я ее как бы... Господи, какая же она большая. Так, тут и место, кстати, очень даже неплохое. Так, давайте, знаете что? Мы сразу... Ну, ставься, пожалуйста, нормально. Секундочку. Отлично. То есть, база рабочая. Защищена. Щиты стоят. Все в порядке. Отлично. Можно поставить вот такой вот... сейчас. Секундочку. Такое чувство, что энергии не хватает. Возможно, и не хватает энергии. Давайте попробуем батареи поставить. То есть, в принципе, нужно увеличить просто количество батарей. Тогда вроде бы энергия должна начать передаваться, если я не ошибаюсь. Но я вполне могу ошибаться. Так, отлично, все. А нет, не передается энергия почему-то... Тут даже регенерирующий щит не включается почему-то. Такое чувство, что вот этой энергии, солнечной энергии, хватает только исключительно на переработку... как бы это правильно сказать-то? На включение вот этих вот щитов. Так. Ну что ж, давайте... Вот здесь вот, в принципе, кстати, если так подумать, здесь сейчас настроен рабочий план. То есть, как все будет производиться, это прям видно. Но тут такой конвейер какой-то странный. То есть, здесь получается, вот здесь вот мы складываем предметы. Они идут. Половина сразу происходит, идет на переработку. Половина, ну, то есть, половина идет сразу на переработку в деньги. Половина идет переработку в материалы. То есть, если вы посмотрите, вот здесь вот, вот в эти... Так, так. Потом дальше идут уже... Так, как убрать? Вот. Дальше уже идет конвейер по... То есть на крафтовые вот эти устройства. И также опять на переработку в деньги. Как-то вот странная вот здесь эта система
переработки как-то она совсем что-то мне не то что не нравится, но она какая-то такая странноватая, честно. Ну что ж, на этом придется мне пока что заканчивать. Я постараюсь как можно быстрее новую серию снять. Ну и вообще, в принципе, это, конечно же, и тоже от вас зависит, потому что 100 лайков, и я сразу начну готовить следующую серию. С вас лайки, с меня серия. Подписывайтесь на канал, если вы впервые. Задавайте вопросы, комментируйте. Может быть, вы желаете что-то конкретное увидеть. Так что пишите, присоединяйтесь к моей группе ВКонтакте. Всем всего хорошего, с вами был Нильфгорн. Пока!